Я буду еще подарки снимать. Да ты что? Если хочешь, делай так. Если хочешь, делай так. Если хочешь, делай так. Если хочешь, делай так. В лесу родилась щелочка. В лесу она росла. Давай скажем привет красотке. Привет красотке. Сегодня у нас очередное видео, оно такое получается предновогоднее, да, Ева? Потому что у нас все украшено красиво, потому что скоро Новый год. И у нас в планах... Привет, красотки, меня выгнали из дома. Это не было в планах. Мы сегодня будем, Ева, распаковывать, ты знаешь что? Подарки. А какие? Не знаю. Смотри, у нас вот здесь вот лежит три подарка. Три. Это что-то вкусное. Это один подарок. Второе – это косметика. А третье – это книга. С чего ты хочешь начать? Вкусняшек. Вот и определили ценности. Так, не подглядывай, глазки закрой. Держи. А что там? А как открывать? Это у нас коробка, называется «Вкусы мира». Вкус мира. Да. Здесь разные вкусняшки разных стран. Например, что ты достала сейчас? Вот что там? Не знаю, не хочу. Не хочешь? А что ты хочешь? Ты сразу на это хочешь? Вот это. Это? Что это? Манго. Хочешь манго? Да. Это у нас, знаешь, какая страна? Манго где растет? Например, в Индонезии. В Индонезии. О, мы скоро туда полетим. Это такие сушеные ломтики. И пока ты открываешь, пока ты пробуешь, на, вот здесь вот так вот потяни, я тебе буду задавать вопросы. О жизни. Как? Надо потянуть сильно-сильно вот так. Ломтики манго. Вкусняшка, да? Тут, по-моему, нет сахара. Или я ошибаюсь? Сахарная пудра есть. Все-таки. Я открываю наши вопросы. Как можно такое сказать? Что бы ты купила за миллион денег? Хорошо. Ева, представь, что у тебя очень много денег. Очень много денег. Вообще бесконечное количество. Что ты купишь? Подарки. Какие? Игрушки. Разные игрушки? Какие, например, ты бы купила игрушки? Разноцветные. Разноцветные? Интересный вопрос. У тебя есть хорошая подруга? Может быть, в садике? Я знаю, это неправда. С кем ты в садике общаешься, играешь? С Викой. С Викой. Ей сколько годиков? 4, да? И мне вот так. Ну, тебе почти, да? Давай откроем следующий вкус. Смотри. Это манго, орехи, семечки из Доминиканы. Да я не хочу это. Ты только манго хотела поесть? Смотри, что это? Это кокосовые чипсы. Хочешь открыть? Угу. Это тоже классный перекус. Подожди, у нас что, два кокоса? Это молодой кокос вяленый, а это кокосовые чипсы. И какой ты выбираешь? Смотри, этот более мягкий, даже вот так на ощупь. А этот именно как чипсы. Окей. А платье вытираешь, да? Ну да, я ничего другого тебе не положила. Держи. Попробуй, что там. Очень вкусно. Очень-очень-очень вкусно. Это тоже есть сахарок. Мякоть кокоса, сахар, соль. Теперь давай вот эти. Какие? Ну вот эти мягкие. А можно вопрос задам? Как ты думаешь, откуда появляются малыши? Из пищи. В целом, да. А как они туда попадают? Потому что папа... Мама. Потом появляется доченька маленькая. Солнышко мое. А что мама, папа? У него в животике малыш. В животике. У мамы или у папы? У мамы. А как он туда приходит? Любит друг друга. Папа с мамой любят друг друга? И от любви малыш появляется? Да. В целом, да. Пока, пока хорошо. Пока хорошо. Пока этого достаточно, да, Ева? Из подробностей. Так, что у нас здесь? О, прикольно. Тут прям такие кусочки. И не такие сахарные. Как тебе? Жевастые. Жевастые. У нас с тобой каждое видео, это какая-то распаковка, так получается, интервью. Вкусная распаковка. Вкусная распаковка. Угу. Вкусно было. Ева, скажи, пожалуйста, что для тебя значит счастье? Мама. О, ты моя любовь. Прелесть. Что за сладкий пупс. Ты для меня тоже счастье, Ева. Папа. И папа. А еще что?
Бабушка. Наташа. Баба Наташа. Все, да? Родные и близкие? Давай еще какой-нибудь подарок. Подарок или вопрос? Нет, это еще не вопрос. Подарок, да? Да, подарок. А из еды больше ничего не будем пробовать? Давай хотя бы посмотрим, что здесь есть. Быстро. О, это же турон, Ева, турон. Турон — это очень вкусная тема. Это испанская вообще-то, но здесь написано Италия. Окей. Это такие печеньки мягкие с орехом. Не хочу. Ну ладно, окей. Я сама потом съем. Мандарин, между прочим. Еще один турон. Вот сейчас написано, что это Испания. Мягкая нуга с миндалем и апельсиновой цедрой. Окей, ты просто хочешь идти дальше, да? Тогда, моя хорошая, что ты выбираешь? Косметику или новую книжку? Поставку музыкальную. Ага, книжку, да? О, выбрала книгу, однако. Ева, это очень интересная книга про наше тело. Представляешь? Про тело человека, про то, как он устроен, про мозги, кости, органы. И все это со звуками, представляешь? Например, как звучит позвоночник. Позвоночник. Позвоночник человека состоит из позвонковых дисков, соединенных между собой хрящами. Иногда при движении позвоночник может похрустывать. Мышцы. Мышцы. Мы двигаемся благодаря мышцам. Они состоят из удивительных клеток, которые могут по команде от нервов сокращаться. Нос. Нос. При помощи... О! Помнишь, мы ходили в доктор и смотрели такой заводчик? Да. И показывалось на УЗИ, как будто на видео, да? Как? А это что такое? Это желудок. Желудок? Желудок. У нас тут там вот есть? Там, да, у тебя желудок. Ух ты, я даже это не видела. Зубы. Зубы. Смотри, это кровеносная система, это наша кровь. Где кровь? У нас везде в организме есть кровь. Посмотри, мы все состоим... Это стоит кровь? Да. Скелет, смотри, это наши кости. Вот там у тебя внутри везде есть косточки такие. И у меня тоже. Твердые они. И все, да? Это... В общем, классная книжка, я считаю. Тебе нравится? Угу. Так, у нас следующий вопрос, Евуся. Давай теперь косметику. Ева, скажи, пожалуйста, в какой стране тебе больше всего понравилось? Где ты была? В Австразии. Где? Мне в Австразии понравилось. А когда мы были в Австразии? Что такое Австразия? Австралия? Да? Видишь, я дышу. Ты дышишь, да? Это ты так успокаиваешься? Потому что ответа на вопрос не знаешь. А как отрывается там что? Чтобы дышать? Да. Оно не открывается, оно просто вот так расширяется. И сужается. Мы когда вдыхаем, так наполняем легкие кислородом, и у нас расширяется диафрагма. И выдох. Ну что, переходим к косметике? Да. Та-да-да-дам! Ух ты! Что же это такое? Та-да-да-дам! Вот такие у нас подарочки симпатичные. Симпатичные? Как мило. Давай я помогу открыть. И сейчас мы их отвоим. И вот мы пытаемся его достать. Ева, я поняла. Нужно было нажать на кнопку красную. Смотри. Вот это технологии! Как красиво, Ева. Вау, что мы здесь видим, Ева? Здесь тени, да? Сверху тени. Помадки. Здесь зеркало. Мы можем отлепить вот эту вот штуку, чтобы хорошее было качество зеркальца. Здесь у тебя лак для ногтей. Это такая штучка, чтобы пудру наносить на кожу. А здесь тени. Красиво как! А как вот это интересно достается, нижний ярус? Вот там же тоже всякие есть, смотри, кисточки. Как до них добраться? Ха! Я сейчас посмотрю на картинке там. О, ты гений, что ли? Надо хорошая посмотреть. Идея. Возвращайся на свое место, чтобы тебя было видно. Я знаю, что надо делать. Смотри, тут есть такая коробочка. А как ее достать? Ну, не знаю как. А, точно! Ева внутри лежала. Еще палетка, такая штука с кистями. Маленькие украшения. А здесь что-то другое лежит. Ух ты! Это татуировка, похоже. И это татуировка.
морковку сделать. Сейчас? Да. Шутка. Сама? Без зеркала? Вот зеркало у тебя. Немножко слегка заехала. На щеку. Ты решила продолжить? А, помада улетела вниз немножко. Деда Мороз. Вот этот я хочу. Оранжевый? Да. Красиво. А это куда? На веки, на глазки. Вот, это ровно получается очень-таки. Только лак сейчас перевернется у тебя и, возможно, вытечет. Давай я тебе его подержу. Вообще, все сама, все сама. Никакие салоны не нужны, да, Ева? Ева, что тебе нравится в этой квартире больше? Много всего. Много всего? Что, например? Ты. Я в этой квартире тебе нравлюсь больше? Круто. Качели. Гамак, да? Да, качели, гамак. А еще что в твоей детской тебе нравится? Канат. А кроватка нравится двухъярусная? Да. То, что на втором этаже у тебя кто живет? Единороги. Это что, я накрасила? Да, все ты сделала вообще. А я хочу, чтобы много было подарков, что так? Тебе мало подарков было? Да. Ну ничего себе, Ева. Я хочу, чтобы... Знаешь, что такое благодарность? Что такое благодарность? Это когда ты говоришь спасибо за то, что у тебя уже есть. Спасибо. Угу. А то, если ты никогда не благодарен, тебе будет всего мало. Ты будешь, я хочу еще, хочу еще, хочу 20, хочу 30 подарков. И все равно будет мало. Поэтому, когда мы благодарны, нам лучше живется. Ева, ты веришь в волшебство? Нет? Убрать лак. Убрать лак? У нас так все время. Ева накрасит лак. Через 5 минут убери лак. Давай тогда прощаться. Пока! С Новым годом! С Новым годом! Что пожелаем? Спокойной ночи! А еще что? Пока-пока! Здоровья вам! Здоровья! Психологического в 2023. Оно нам всем ой как нужно. Что тебе больше всего понравилось? Книга, вкусняшки или косметика? Вот это, вот это, вот это, вот это. Все. Ням. Дай 5.